Завершился яркий и незабываемый фестиваль творчества студентов первого курса «Дебют-2014», оставив после себя приятное впечатление и теплые воспоминания. Настало время подвести итоги. Первокурсники соревновались в нескольких конкурсах. На литературный конкурс «Эссе» было подано 16 работ от первокурсников всех факультетов. Итоги работы компетентного жюри выглядят следующим образом. Первое место – Юлия Тихонова, ИТФ. Второе место – Мария Царева, ФЭФ. Третье место – Светлана Адеева, ИФФ. Третье место – Максим Кашко, РТФ. В турнире интеллектуальных игр, который состоялся в дискозале нового корпуса 20 октября, приняли участие 19 команд. 6 из них – взрослые. Старшекурсники и школьники участвовали вне конкурса. Результаты. Первое место – Дисконет, ФИТ. Второе место – Свинки, ИТФ. Третье место – Короткое замыкание, ФМАТ. 21-22 октября в актовом зале было жарко, несмотря на далеко не летнюю погоду. Что неудивительно, ведь здесь проходил конкурс концертных программ, который заслуженно считается главным событием фестиваля «Дебют». 21 октября вниманию членов жюри и зрителей представляли свои таланты 5 факультетов. Геодезический, инженерно-технологический, спортивно-педагогический, историко-филологический, и факультет информационных технологий. Второго октября членам жюри и зрителям свои улыбки дарили первокурсники инженерно-строительного. Небесами пыльное стекло, образами темными глядят. Высоко, высоко, высоко. Финансово-экономического. Радиотехнического. Юридического факультета. И факультета машиностроения и автомобильного транспорта. Итак, концертные программы.
Первое место – факультет информационных технологий. Второе место – историко-филологический факультет. Третье место – юридический факультет. Третье место – радиотехнический факультет. Кроме общей оценки программы факультета, члены жюри отмечали в различных номинациях отдельных исполнителей. 22 октября конкурс диджеев охватил все факультеты. Первое место – Козловская Ксения, ФЭФ. Второе место – Шиманский Дмитрий, РТФ. Третье место – Залевский Егор, Толоконников Николай, ФМАТ. 23 октября впервые в истории проведения фестиваля отдельным конкурсом прошла игра КВН, в которой участвовали команды 9 факультетов. Также наиболее удачно выступить удалось следующим командам. Первое место заняла команда историко-филологического факультета «Дети 90-х». Члены жюри оценили оригинальность и неординарность участников команды. Поздравляем! Ребята гарантированно примут участие в фестивале открытой лиги КВН ПГУ, который состоится в актовом зале 28 ноября в 18:00. Второе место – инженерно-технологический факультет. Третье место – радиотехнический факультет. Третье место – факультет машиностроения и автомобильного транспорта. На гала-концерте 24 октября были озвучены имена победителей и показаны лучшие номера конкурса концертных программ, что поставило яркую точку в фестивале «Дебют 2014». По сумме баллов за все этапы фестиваля получились следующие результаты. Первое место – факультет информационных технологий. Второе место – радиотехнический факультет. Третье место – историко-филологический факультет. Поздравляем, дорогие первокурсники! Ваш дебют состоялся!